Один Тверь. Алексей Ткачев. Серебряный призер чемпионата страны на 200 метров на спине. Дорожка номер 2. Артем Норкин, Москва. Дорожка номер 3. Климент Колесников. Дорожка номер 4. Ну, наверное, с полным правом можно назвать Климента Колесникова рекордсменом мира. Тем более, что это правда. Это на самом деле так. Климент является рекордсменом мира на 50 метров на спине в коротких бассейнах. Мирон Лифенцев. Дорожка номер 5. Дмитрий Савенко, 6-я дорожка. Дмитрий Савенко имеет титул чемпион страны в коротких бассейнах. Антон Мальцев, дорожка номер 7. И Степан Калабин, дорожка номер 8. Мальцев, кстати, после Лифенцева был вторым на юниорском первенстве в Пензе. Тогда Мальцев проплыл за 25.32. Сегодня утром Лифенцев проплыл 25.03, а Мальцев 25.06. Итак, ну, на всякий случай, рекорд мира 23.71, 23.80 рекорд России. Юношеский рекорд 24.0. Климент очень много выигрывает. Я думаю, что это даже и на рекорд может получиться, тем более после вчерашнего прекрасного настроения. Климент очень много выигрывает у своих соперников. Ребята идут на 25.0, а то и быстрее. Климент выигрывает корпус. Это точно рекорд мира, по-другому никак. И касание. 23.55, новый рекорд мира. Ну вот, как говорится, и с Новым годом. Разогнался Климент Колесников. Вчера рекорд России в 0,2 от рекорда мира. А сегодня Климент возвращает себе рекорд мира на 50 метров на спине. И это полуфинал. Честно говоря, я не знаю, выйдет ли завтра Климент на финал. Зачем, собственно говоря. Ну и, ну что, на чемпионате мира 50 метров на спине еще не плыли. Я думаю, что ребятам приятно будет узнать о сегодняшнем заплыве Климента Колесникова. Думаю, что там некоторые соперники Климента поглядывают на то, как россияне выступают на домашнем чемпионате. Так, ну я не сомневаюсь, что у нас сейчас разразится интервью, несмотря на эстафеты и прочее. По-другому никак не получится. Еще раз напомню, до заплыва сегодняшнего рекорд мира был 23.71. Климент, недолго думая, на 16 сотых его улучшил. Теперь рекорд России 23.55. Я передаю слово нашей прекрасной интервьюеру Ане Семенов. Климент Колесников. Рекорд мира на полуфинальном заплыве. Чего нам ждать на финале? Стараюсь проплыть так же. Так же или лучше? Ну, будем стараться лучше. Там как получится. Этой дистанции еще не было на чемпионате мира. Есть какие-то ожидания? Ну, надеюсь, что ребята тоже быстро проплывут. Потому что будет странно, если мой рекорд был побит. И сейчас опять из 24 секунд никто не выплывет. Климент Колесников, отправим тебя к журналистам и к родным для поздравлений. Ну что, краткая сестра таланта. Климент у нас всегда не очень слова.